Волчий голод. Так, что же здесь нас ждет? Что-то очень опасное. Ай, смотрите, его здесь прям... Так вот прям перенесли сюда. Сражайся! Перебросило, да? Ну ничего, Клея и его боевые доспехи еще никто не остановил. Бабах! Взорвали. Так. Смотрите, как он сильно бьет. Видели? По 450. Прям. Легкотня. Всякие каменные монстры. Да. Каменные пауки. Я жду. Смотрите, 850. Урон был огромнейший. Сразу двоих. Сундучок. Ничего, сколько нападало всяких камешков. Даже жизни восстановили, да? Так, а что же нас ждет дальше? Смотрите, там вот босс. Видите, да, там? За перегородочкой. Ха, волчий голод у него. У меня Клей с боевыми доспехами. На, получи ролл! Да, вообще легко. Я даже мог потанцевать тут. Он мне ничего не сделает. Ха. Такие маленькие уроны. Танцуем, 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 танцуем. Да, легкотня. Сейчас я его сильно один разочек ударю, и он будет отдыхать. Бабах! А куда это он делся? Ну, какой хитрый, вы видели, да? Он такой прополз подо мной. На, получи. А что это такое? Рассыпалось что-то такое, там какой-то был у него. Как каменная какая-то арка была. На, сразу на 1000. Один разочек его ударил. И он сразу себя стал хорошо чувствовать. Ого, что это такое? Так, такое что-то. Волчий голод. Смотрите, я подхожу сюда, да? Ага, и меня начинает бить. Вот там вот еще есть. На, получай, негодяй. Ах, так, он начинает использовать куда-то запретную магию. Появляются какие-то шипы. О нет! Мне срочно нужны лайки и подписчики. Подписывайся на наш канал. Фух. Спасибо тебе, твои лайки нам очень сильно помогли. Ну что ж, настало время использовать всю нашу силу. А ну-ка, покажись, негодяй. Присылает ко мне каких-то злодеев, да? Призвал. Хм. Я тоже умею делать Некса-силу. Использовать так. На тебе и дракон, и яд, и все, что хочешь. Так я и знал, не такой уж ты и крутой, как казался на первый взгляд. Миссия завершена, я так и знал. 10-й уровень! Награда. Жми на квадратик с логотипом и станешь подписчиком нашего канала. Пока-пока!